За его плечами более 40 лет журналистики. За это время Владимир Циквава написал несколько тысяч статей. В разные годы он сотрудничал с такими изданиями, как «Советская Абхазия», «Черноморская здравница», «Правда матка», «Черноморский курьер», «Наш дом Сочи», а также с краевыми и федеральными СМИ. Владимир Циквава неоднократно отмечался грамотами и дипломами Союза журналистов Краснодарского края, был награжден знаком почета за работу на благо Сочи. Проститься с ним пришли не только друзья и родные, но и многие сочинские журналисты и глава города. Ушел из жизни замечательный человек, человек-патриот города, человек, который всегда добродушный, добрый. И так неожиданно все, конечно. И, конечно, всегда говорят, хороших забирает Бог туда. И можно, конечно, только выразить соболезнования детям. Утрату понесли мы большую, да и наше журналистское сообщество тоже понесло большую утрату. Все журналисты Сочи знали Володю Циквава как самого доброго, порядочного человека и как самого искреннего, ответственного журналиста. Мы очень скорбим и очень печально, что нашего коллеги рядом нет с нами, что он ушел из жизни. Светлая память. Мне очень жаль, я с трудом нахожу слова, чтобы дать оценку этому человеку, который от нас ушел. И я думаю, что мы о нем будем очень долго помнить. Он нас будет еще вдохновлять и воодушевлять на новые какие-то хорошие поступки, дела, которые мы, вот, будучи объединены в Союзе журналистов, еще сделаем. Он был просто замечательным человеком, просто человеком с большой буквы. Добрый, отзывчивый. Вот. Он никогда ни в чем не отказывал. Что касается вот профессионализма, это человек вот именно той старой закалки журналистской, да, который всегда по любому поводу готов был прийти на помощь. Володя Циквава, он не просто коллега, он умел дружить. Он был настоящим человеком и журналистом, талантливым, добрым, внимательным, человеком с большим чувством юмора. Сегодня особенно грустно терять друзей, терять тот клан журналистский. Владимиру Циквава было 62 года.